Сегодня у нас 5 августа, 24-й год. Я приехал с работы и теперь иду к Лешиной машине, которую предстоит привезти даже не в гараж, а на стоянку, где ее будут продавать. Вот так. А мы все в ожидании войны. Вот уже сколько дней. Нам все обещают. Вот-вот, Иран сейчас ответит. Вот ждем, когда он ответит. Сказали, что война будет сегодня в понедельник. Понедельник уже прошел. Но пока еще не вечер. Вот. Ждем. Вот на этой улице будет жить Леша. И вон в том балконе он будет показываться. Они сейчас снимают новую квартиру и в сентябре уже переезжают. Вот где там телевизор висит, колонки. Вот эта квартира. Ну посмотрим, поживем, увидим. И улица называется, по-моему, Нили. Сейчас посмотрим. А нет, Эцель Арбайсре. Это 14. Так, ну вроде записывается. Вот я сел в машину. Вот эта машинка, с которой мы будем прощаться. Жалко, конечно, хорошая была бедюшка. И теперь я еду туда, не зная куда. И отдать тому, не зная кому. Поехали. Ну вот, наша первая машинка навсегда уезжает. Пока-пока, машина. Ты нам сослужила хорошую службу.